В понедельник, 15 февраля, в Рязани прошли мероприятия, приуроченные к 27-летию вывода советских войск из Афганистана. Открыла день церемония возложения цветов к памятнику погибшим в локальных войнах, участие в которой приняли губернатор Олег Ковалев, депутаты областной и городской дум, общественность, ветераны-афганцы. Продолжением памятных мероприятий стал концерт в Доме общественных организаций, гостями которого стали участники боевых действий в Афганистане. Со значимой датой их поздравил первый заместитель председателя Рязанской областной думы Александр Шевырев. Уважаемые участники боевых действий, с праздником вас! Рада видеть вас вот таких красивых в этом зале в боевых и заслуженных наградах. Огромное вам спасибо за то, что вы 27 лет назад сохранили нам мир. Счастья вам, добра, здоровья и душевного тепла, чтобы окружающие приносили вам как много больше радости.